Архитектурный облик Подмосковья на контроле Госсанэпидтехнадзора и местных властей. Его с недавних пор стали портить рекламные вывески в виде бегущей строки. Такие буквы отвлекают водителя от дороги, а внешний вид не вписывается в представление архитекторов о современном облике городов. На установку таких конструкций требуется разрешение администрации муниципалитета. Рейд по выявлению самовольно размещенной рекламы вдоль Щелковского шоссе провели Госсанэпидтехнадзор, полиция и управление потребительского рынка. Новый городок. Внимание инспектора привлекла реклама на окнах кафе, размещенная при помощи скотча. На первый раз нарушитель отделался предупреждением. За углом кафе проверяющие увидели внушительных размеров кучу мусора от магазина «Пятерочка» общества с ограниченной ответственностью «Агроторг». За повторное размещение директор магазина получил уведомление о необходимости явиться в территориальное отдел для оформления правонарушения. 12-й километр Щелковского шоссе. Практически въезд в Щелковский район. Вот такая реклама. Она не соответствует требованиям, утвержденным правительством Московской области, и не соответствует единому архитектурному облику. Такая реклама должна быть демонтирована. Госсанэпидтехнадзор вручает уведомление о явке руководителя вот этой автомойки в инспекцию Госсанэпидтехнадзор. Нарушение квалифицировано по статье 6.16, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное размещение, использование самовольно размещенных информационных конструкций. Владельцы автосервиса предупредили об ответственности. Средства размещения информации размещаются только после получения разрешения в установленном порядке от органов местного самоуправления. На территории того же автосервиса инспекторы обнаружили прилавок, с которого, судя по оставшемуся мусору, торговали стеклоомывающей жидкостью. Основные нарушения – это ненадлежащее содержание прилегающей территории, самовольное размещение средств размещения информации, объектов, предназначенных для торговли или осуществления услуг. В том числе мы с вами видели представленные стенды под незамерзайку, ненадлежащее содержание территории у автосервиса, соответственно, валяются бутылки, мусор, отсутствуют урны и места сбора для мусора. Объектов, размещенных с нарушением по Щелковскому шоссе в границах нашего муниципалитета, набирается порядка 30. На владельцев торговых точек и предприятий сферы услуг административный штраф за самовольное размещение вывески начинается от 5000 рублей. Юридические лица несут административное наказание, планка которого берет отсчет с 20 тысяч. Госсанэпидтехнадзор и администрация района не готовы мириться с незаконной рекламой и планируют провести рейды повторно. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».